Всем привет! Сегодня разбираем задачу с пятой Олимпиады геометрического творчества имени Ясинского, прошедшей приблизительно месяц назад. Задача предлагалась в сложном варианте 8 и 9 класса под номером 6, была последней задачей, то есть, наверное, предполагалось, что она должна создавать некоторые трудности для 8 и 9 классников. Давайте разбираться, как она это делает. Задача была следующее условие. В окружности омега провели хорду BC, отличную от диаметра. Точка А двигается по окружности омега, H – ортоцентр треугольника ABC. Требуется доказать, что при любом расположении точки А, окружность, построенная на отрезке AH, как на диаметре, касается двух фиксированных окружностей. Одна из этих фиксированных окружностей изображена на моем чертеже пунктирно, и существование второй окружности будет следовать в действительности из решения. Задача, на мой взгляд, выглядит достаточно изящно, потому что в ней есть всего 4 точки, то есть треугольник ABC, очень естественная точка, ортоцентр треугольника, очень естественные объекты и, в общем-то, естественное утверждение, то есть какое-то наблюдение довольно симпатичное, геометрическое. Сложность этой задачи, конечно, состоит в ее формулировке. То есть есть какой-то движущийся объект, требуется доказать, что существует что-то там неподвижное. Это всегда по формулировке оказывается чуть-чуть более сложно, чем классическая геометрия. Однако я считаю, что главный факт, который нужно было знать в этой задаче, он должен быть общеизвестен среди, уж как минимум, девятиклассников. Девятиклассников, претендующих на то, что они будут участвовать в олимпиадах высокого уровня и добиваться там успехов. Конечно, этот факт так или иначе обязан быть связан с ортоцентром. Давайте разбираться с этой задачей. Начнем с того, что изучим, что же нужно знать про ортоцентр, чтобы решить эту задачу. Первое, что приходит в голову, значит, у нас задача, говорят, что точка А движется по окружности. Понять, как движется точка H, да? Что же на самом деле происходит в этой задаче, когда А движется? Сразу приходит на ум ответ, если А движется по окружности, проходящей через точки B и C, то и точка H тоже должна двигаться по окружности, проходящей через точки B и C. И причина этому следующая. Дело все в том, что угол BHC, он обязательно дополняет угол BAC до 180 градусов. Вообще угол между высотами, он равен углу между сторонами. Такой угол, он дополняет угол А до 180 градусов. Если так, это означает, что из точки H отрезок BC виден под фиксированным углом. И, следовательно, H бегает тоже по окружности, когда А бегает по окружности. Но это еще не все. Дело все в том, что поскольку углы BHC и BAC дополняют друг друга до 180 градусов, то это означает, что если вы точку H отразите относительно BC, то она обязательно попадет на описанную окружность треугольника ABC. Этот факт тоже, конечно же, общеизвестен, и он следует из наблюдения, которое мы только что сделали, что углы BHC и BAC дополняют друг друга до 180 градусов. Это, в свою очередь, означает, что окружность, по которой ездит точка H, и окружность, по которой ездит точка А, равны, имеют одинаковые радиусы обязательно. И не просто равны, они симметричны относительно отрезка BC. Это позволяет установить следующее, что на самом деле отрезок AH имеет фиксированную длину. Действительно, для того, чтобы это понять, нужно сделать следующее наблюдение. На самом деле окружности черная и синяя отличаются не просто симметрией относительно отрезка BC, но они отличаются параллельным переносом, сдвигом в направлении перпендикулярном BC. Нужно взять центры описанных окружностей этих двух треугольников и совместить их, сдвинуть один в другой. И тогда вы получите, что отрезок AH имеет фиксированную длину. Давайте действительно это проверим. Нарисуем центр этих двух окружностей, соединим их красным отрезком. Если мы произведем сдвиг в направлении ОО', то окружность черная перейдет в окружность синюю. Точка А сдвинется в том же направлении, перпендикулярном отрезку BC.
и переедет, ну куда ей переехать? Только в точку H может попасть на синей окружности. Вот тем самым мы получаем, что отрезок AH на самом деле равен и параллелен отрезку OO'. То есть отрезок AH имеет фиксированную длину для всех положений точки А на окружности. Здорово. Значит, тем самым мы установили уж точно, что окружность с диаметром AH имеет фиксированный размер. То есть точка А движется, точка H движется, но окружность сама по себе имеет один и тот же радиус. Значит, если мы хотим доказать, что окружность фиксированного радиуса касается при движении некоторой окружности фиксированной, то это возможно, то есть это можно доказать, заметив, что центр должен двигаться по какой-то тоже фиксированной окружности. То есть если мы возьмем середину отрезка H, она должна двигаться по некоторой окружности. Но это действительно так. Дело все в том, что середина отрезка OO' это точка M, она фиксированная. И она, конечно же, будет центром окружности, по которой двигается отрезок AH. Значит, если синяя окружность отличается от черной переносом на отрезок на вектор AH, то окружность, по которой будет двигаться середина отрезка AH, будет отличаться от черной параллельным переносом на вектор OM. Да? Давайте изобразим эту окружность. Значит, и получим, что точка N движется по окружности с центром в точке M, равной черной и синей. Итак, у нас есть три окружности и три точки, которые двигаются по этим окружностям. Ну и все, значит, если у нас есть окружность фиксированного радиуса, которая двигается по фиксированной окружности, то, конечно, она касается и внутренним, и внешним образом некоторой фиксированной окружности. И задача тем самым решена. Но я хочу еще рассказать немножко другое решение, то есть в целом набор идей будет тот же самый, но изложить немножко в другом виде, так чтобы не привлекать параллельный перенос, векторы и все такое. Значит, для того, чтобы изложить это решение, давайте заметим другое свойство ортоцентра, тоже крайне часто использующееся в задачах. Оно состоит в следующем, что если вы ортоцентр H отразите относительно середины стороны BCM, то соответствующая точка опять же попадет на описанную окружность треугольника ABC. Это связано с тем, что угол C'B будет равен углу BSC и будет дополнять угол А до 180 градусов. Что эта точка А', она на самом деле никакая попала на окружности получится, а получится точка диаметрально противоположная А. Почему это так? Дело все в том, что BH перпендикулярно AC, а H'C является противоположной стороной параллелограмма BHC'. Треугольник параллелограмм, потому что у него просто диагонали в точке пересечения делятся пополам. Значит, H'C тоже должно быть перпендикулярно AC. Обязательно. Но это означает, что точка H' диаметрально противоположна точке А в окружности. Вот если мы сделали такое наблюдение, вот такую картинку красивую нарисовали, то в этой картинке уже грех не добавить на нее диаметр А' и точку О. Давайте это сделаем. Почему это выглядит многообещающим? Ну, потому что мы видим треугольник А'H, и в нем среднюю линию ОМ. Значит, это средняя линия ОМ, она в два раза короче AH должна быть и параллельность. Но параллельность следует из простых каких-то соображений, потому что AH перпендикулярно BC и OM является серединным перпендикулярным BC, поэтому они параллельны. А вот то, что OM в два раза меньше, чем AH, мы в предыдущем рассуждении установили, а здесь установили каким-то другим способом с помощью теоремы о средней линии. Ну, теперь мы можем стереть все лишнее на самом деле и оставить только отрезок ОМ, который в два раза короче АH. Значит, вот если вы двигаете точку А, то отрезок АH имеет фиксированную длину, потому что отрезок ОМ просто никуда не двигается. И он в два раза короче. Значит, как
это изобразить иначе. Опять же, точка А' у нас здесь вспомогательная. Можно изобразить так. Можно отрезок АH честно поделить пополам. Нарисовать его середину. И отметить, что отрезки АН, НH и ОМ, они имеют одинаковую длину и одинаковое направление. Это означает, что в частности мы здесь можем увидеть два параллелограмма. MH, NO и MN, AO. Меня в этой истории заинтересует второй параллелограмм, хотя есть много задач, в которых появляется параллелограмм MHNO. Итак, давайте нарисуем второй параллелограмм. Дело все в том, что его противоположные стороны, они равны и параллельны, и одна из них просто является радиусом черной окружности. То есть отрезок MN, он имеет фиксированную длину. Опять же, как и в предыдущем решении, мы просто получили, что точка N движется по окружности с центром в точке M и радиусом таким же, как описана окружность треугольника ABC. Здорово. Значит, итак, делаем теперь такие наблюдения. Значит, у нас есть окружность с диаметром AH, она фиксированного размера. Значит, мы можем честно теперь построить эту окружность пунктирную, которая была нарисована в самом начале. Для этого нам нужно провести, значит, окружность с центром в точке N и радиусом AN. Да, значит, она пересечет отрезок NM в какой-то точке. Значит, отъезд здесь синенький отрезочек. И вот здесь оранжевый отрезок образовался. Это как раз радиус пунктирной окружности. Ну, к слову, понятно, что это ровно столько же, сколько здесь не хватает от точки М до середины дуги АС, потому что до середины дуги БС. Потому что если мы проведем радиус из точки О в направлении М, то вот синий отрезочек отъелся и остался здесь оранжевый обязательно. Ну и таким образом мы получим, что окружность, которая касается красной окружности, на самом деле устроена так. Она с центром в точке М и касается середины дуги БС. То есть вот такой окружности будет постоянно касаться красная окружность, да, при движении. Нетрудно понять, что если у вас есть окружность фиксированного радиуса, которая катится вокруг маленькой окружности, то она, конечно, к концу касается какой-то большей окружности. И из общих соображений или из простого вычисления легко понять, что это тоже будет пунктирная какая-то окружность с центром в точке М и касающаяся описанной окружности уже в противоположной, в другой середине дуги, да, в середине дуги BAC. То есть, если мы будем проводить вторую окружность, то она будет такой вот большой, касающейся в середине дуги BAC. Ну, такая, на мой взгляд, замечательная задача. Она следует из набора известных фактов, но эти факты как-то зарыты под таким соусом, что требует все-таки какой-то наблюдательности и понимание происходящего. Еще раз скажу, я считаю, что сам по себе факт, то, что если у вас точка А движется по окружности, то ортоцентр тоже движется по окружности, это очень полезное наблюдение, и оно очень часто используется в различных олимпиадных задачах.